Знаешь, почему на ночном рейсе нам нужно спать? Если мы не поспим, то в Новый Орлеан прилетим с красными глазами. Ты же не хочешь напугать мою семью своими красными глазами? Нет. Нет? Тогда посидим тихо. Хорошо. Возникла новая проблема. Пойдем, милая, тут оставаться нельзя. Но там очень узкие сиденья. Знаю, за широкие мы не заплатили. А можно заплатить? Нет, нельзя заплатить. Что с ней такое? Извините, но с моей девушкой все хорошо, спасибо. Идем, милая, мне там одиноко, давай. А спать обязательно? Нет, не обязательно. А можно этих вкусных орешков на тарелочке? Возьмите мои. Я уже взяла. Смотри, все зашевелились. Да, мы готовимся к посадке. Ты назвал меня своей девушкой? Я правда твоя девушка? Да, да, ты моя девушка. Мама говорила, что я буду никому не нужна. Видимо, она ошибалась.